первом перерыве на наш вопрос отмечает нападающий Ермака Владимир Жмаев. Владимир, Ермак показывает удивительную прыть. В чем секрет? Ну, плей-офф – это праздник. Все вышли с огромным желанием. Поэтому сразу удалось забить. Не без доли везения. Хорошо мы готовились, работали. Поэтому так. В Ангарске уже полночь. Не тяжело с акклиматизацией разницы часовых поясов? Ну ничего, мы приехали вчера, поспали, нормально подготовились. Как бы нормально. Все нормально. Дискомфорта нет никакого. Вы, наверное, ожидали от Липецка более сильной игры? Или же... Ну, это только первый период. Как бы, не знаю, играем, бьемся за каждый миллиметр поля. Нормально все будет. Спасибо, удачи вам.